Всем привет, дорогие друзья, с вами Венди. В этом видео я покажу, как пройти квест «Облако» и в «Построй корабль», «Найди сокровища». Чтобы его пройти, нам нужно как-то начать квест. Вот там вверху есть будет облако, наверное. Смотрите, для начала просто самым легким способом его пройдем. Построим вот из 4 блоков вот такую вот панельку. Дальше ставим... Сейчас найдем эту желтую штучку, такую красивую пупеньку. Вот такую вот ставим, вот так вот вверх. Становимся на нее вот так вот. Вот сойдем по центру примерно, пытаемся встать. Ищем клей или вот такую вот соплю. Ставим ее, ставим еще одну. Отплываем. И все, баг готов. Теперь идем, летим вверх очень высоко, пока не найдем облако. Вот оно. Просто дотрагиваемся до этого облака, квест пройдем. Что с текстурами? О боже мой. Ну ладно, сойдет. И вот так вот просто. Слишком высоко не советую подниматься, то потом он медленно спускается, он только поднимается, он умеет. Потом можно взять вот так. Отпустить один клей. Ой-ой-ой. И дотравимся облака, оно исчезает, и мы проходим этот квест. Потом уже можем просто падать и умирать. Все, мы прошли этот квест. И на этом все. Это было самое короткое видео, как пройти самый легкий квест в игре, наверное. Всем пока, с вами был Венди. Подпишись на канал. И...